ЧП на строительной площадке в Абакане. Сегодня в микрорайоне Арбан упал башенный кран. Машинист погиб, еще двое рабочих доставлены в больницу. Все произошло по улице Кирова, вблизи католического костела, на месте строительства нового жилого комплекса. ЧП случилось в 11 часов дня. При подъеме бетонных плит кран накренился и рухнул. Машинист, 56-летний мужчина, от полученных травм скончался. Пострадали еще двое рабочих, 28 и 38 лет. Они были доставлены в травматологическое отделение Абаканской больницы. Высота крана больше 40 метров. Конструкция упала на автобетоносмеситель. От удара стрела буквально обогнула бочку машины. В кабине в этот момент никого не было, да и вся территория строительная. В непосредственной близости дома не заселены. При падении кран не повредил здание, он рухнул на свободную территорию. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при строительных работах, которые стали причиной гибели человека и травмирования еще двоих работников. В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, проведен осмотр места происшествия, изъята вся необходимая документация, имеющая значение для расследования уголовного дела.